Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим автомобильный видеорегистратор от компании Prestigio RedRunner 585 GPS. Поставляется видеорегистратор в фирменной упаковке. Здесь находится сам видеорегистратор. Угол обзора видеорегистратора 160 градусов. В верхней части разъем под крепление. Крепление идет с контактной группой, то есть подключается кабель питания через крепление само. Небольшой дисплей, внизу кнопки управления, слот под карту памяти microSD, кнопка включения. С другой стороны microUSB для зарядки и также в нижней части микрофон и динамики. Вот по аксессуарам у нас находится крепление, на котором и расположен GPS-модуль. Вот так это все выглядит. Полностью поворотный шарнир. Далее это зарядная в прикуриватель на 2 USB. Кабель питания длиной 3 метра. Лопатка для укладки кабеля под обшивку. И также небольшая инструкция и гарантийный талон. Сейчас мы подключим видеорегистратор на питание и пройдемся по его меню. Видеорегистратор подключили на питание. В данном видеорегистраторе помимо регистратора имеется также радар-детектор. Можно также снимать видео, фото и просматривать уже готовые снятые материалы. Заходим в меню. Первый пункт – это разрешение. Максимальное разрешение Super HD, минимальное Full HD. Далее цикл записи 1, 3, 5 минут или полностью, чтобы цельным роликом записывалось. Включение функции VDR, настройка функции HDR, баланс белого, битрейт видео настраивается, настройка цветокоррекции, детекция движения, то есть датчик движения, включение, выключение, микрофон. Настройка включения-выключения, штамп даты на видеоролике, единица измерения скорости, ввод госномера, сколько пробыли в пути, информация, настройка G-сенсора, настройка режима парковки, замедленная съемка, движение впереди вас, то есть сообщает, если очень близко вы едете к автомобилю, и датчик освещенности. Следующий пункт – это выбор языка, установка времени, настройка часового пояса, формат даты, громкость, системные звуки, то есть звуки кнопок, автовыключение, подсветка экрана, то есть включение-выключение экрана, объем карты памяти информация, задержка выключения, поворот изображения, формат SD-карты, то есть форматирование, сброс настроек до заводских и информация о версии прошивки. На следующем пункте меню у нас настройка GPS, то есть радар детектора как такового. Можно добавлять здесь камеры, если вы проезжаете и он, видеорегистратор не среагировал, то что здесь камера есть в определенном месте, то есть можно вручную это все добавить. То есть это универсальный помощник, запишет видео и также предупредит вас о камерах и постах полиции. При покупке на данное устройство обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.